Ну вот мы на пароме, который пойдет в Вот Белфаст. наша каюта. Ну а почему тогда паромы вот эти, которые вот в Южной Корее затонули? Господи, Зина и зеркало. Он потому что в этот шторм попал. Сегодня у нас 17 февраля. Мы прибываем в Ирландию. Вон берег морской. Нам надо выехать вон туда. Дедушка, смотри, как Да, въезжают. я тебе скажу. Нормально проходишь. Здесь прошли. Ну, а тут просто на тормоз потихоньку нажимай и спускайся. Дети, тихо. Папа все сделает. Это не трудно. Ну, главное, ничего не зацепить. Вот это как раз и трудно. Ну, я и говорю. Чуть-чуть на себя бери. Кораблик, да, машинка переживает, она подсказывает, что там да, как ехать. Правее. Да, нормально, нормально. Можешь ехать. Он просто предупреждает тебя, что где-то, да, опасности кругом. Кругом опасности. Ну да, что все очень близко, не зацепи. А так ты, в принципе, нормально едешь. Бай-бай! Ну вот он и Белфаст. Поверните налево. Налево рановато Подожди, будет. Сейчас они нас будут говорить, куда ехать. Да. Тут поосторожнее. Мы это сделали! Ура! Через 500 ярдов поверните налево, потом поверните направо. Тут уже, видимо, нас никто не направляет, да? А, вон машет, 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 да. Показывает. Вон дядя впереди машет. Куда надо ехать? Проезжаем вот в эти ворота. В эти ворота. Да. И вот по этому коридору мы поехали. Небольшая остановка. Вот она, Ирландия, Ольстер. Мы едем смотреть дорогу гигантов. Вынужденная остановка. А вот кажется, место работало. Поверните налево и сразу поверните налево. Отелю, который находится рядом с местом, которое называется Тропа Великана. Он находится на берегу моря. Вот мы и приехали на окраину моря в Ирландии, где находятся такие великанские столбы, тропы великана. Вот они. Это естественное образование, образовавшееся из лавы в течение длительного времени. Но интересно выглядит. Мы пытаемся идти туда дальше, к морю. Папа, не туда! Мы продолжаем движение к морю. Thank you.
Гарольд пошел покорять вершину с мамой. И еще два прохожих. Пошли покорять дальше. Так бывает, когда двери стеклянные, вращающиеся.